«Вместе ради детей». Всероссийский форум проходил в Ульяновске. Участие в работе съезда принимали представители практически из всех уголков страны, их более 500 человек. Нинский округ представляла делегация во главе с начальником управления образования округа. Все подробности в материале наших коллег из Ульяновска. Форум заботы о детях открывали взрослые. Психологи, социологи. На выставку пришли все те, кто уверен, ребенок должен жить в семье. Именно так звучит идея форума, который в этом году принял Ульяновск. Вот уже 5 лет фонд поддержки детей совместно с регионами помогает тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Ульяновская область известна по рядам направлений в стране. В частности, по работе с детьми-инвалидами. Вы были одни из первых, организовали службы помощи детям беспризорным, безнадзорным в свое время и реабилитационные центры для детей. В области уже работают реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды», кризисный центр для юных матерей «Маленькая мама». В следующем году планируется открыть отделение помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проект такой интересный совершенно, как бы сегодня мы его продолжаем. Это раннее вмешательство, то есть сопровождение семьи в социально опасном положении на раннем периоде, вот определение проблем семьи. Когда проблему ребенка, проблему семьи с работы, с психологические проблемы. Выставка «Форум» приняла в этом году 60 регионов. Каждый из них представил свой опыт помощи детям и родителям. Из Хакасии привезли теплые ладошки. Дети на них написали свои пожелания здоровья и счастья. Ненецкий округ приехала представить образцовая приемная семья. В регионе создали комфортные условия для тех, кто хочет усыновить детей. Меры социальной поддержки у нас и приобретение автомобиля, либо снегохода для приемных семей, и на ремонт, на покупку мебели, и на устройство ребенка бесплатно в детские дошкольные учреждения. То есть там целый комплекс мер. Сегодня более 600 тысяч детей в России – сироты, тысячи других живут в неблагополучных семьях. Форум «Вместе ради детей» не призван озвучивать печальную статистику. Это встречи взрослых, которые хотят сделать счастливыми малышей и помочь их родителям. Нелли Хачатрян, Анна Панова, Александр Абрамов, Ульяновск.